Кайрат Баекенов вместе с группой «Формат» готовит для всех своих поклонников очень приятный сюрприз. Да, это будет круто. Круто будет на концерте, который музыканты планируют устроить уже совсем скоро. Даст Бог, в октябре этого года мы сможем с вами увидеться на большом сольном концерте. Услышать можно будет не только всеми любимые композиции, но и пару новых треков. Каких именно, Кайрат рассказал очень подробно. Интрига. В любом случае, интрига будет раскрыта в ближайшее время. Мы выпускаем альбом, уже выбрали, какие песни там будут, от 10 до 15 композиций. Старые песни есть и новые, конечно же, тоже. Скоро все услышите. Ну и самое главное, не забудьте, что все эти треки в живом исполнении вы услышите на концерте. Мы все там соберемся и вас тоже приглашаем. Приходите. Точную дату объявим телеканалу Гаку уже совсем скоро. Что же, будем с нетерпением ждать.